Новое поступление у музейные фонды Палаца Румянцевых и Паскевичу представили на огляд. Экспозиция стала своего рода справоздачей перед наведывальниками музея за минулый год. Евгения Кухаронок с подробязностями. Дякуючи неабыяковым жыхарам Гомельской области и не только, у музей на захаванне штогод поступают самые разностайные артефакты. Статус музейных предметов у 2018 году набыли фотографии и документы, предметы побыту, стародрукованные и рукописные книги, иконы, творы сучасного выявленчего и декоративно-прикладного мастерства. Сегодня все это залишено в музейный фонд Республики Беларусь. По меркованию дарителей, именно так повинна заховываться история. Владимир Владимирович Троп среди архива бабушки нашел акварельные рисунки и работы, выполненные маслом, работы этюдного характера, посвященные нашему городу, посвященные нашему дворцу и нашему парку. И, вы знаете, очень трогает душу работа, которая была написана Идой Зеликман 22 июня 1941 года. На выставе можно увидеть и предметы, что прошли реставрацию. Специалистам удалось максимально обновить их и вернуть до життя, теперь уже музейного. Как говорят, что перед старыми вещами мы иногда становимся на колени. Так вот, по долгу службы чаще всего это делают реставраторы. Потому что перед тем, как приступить к реставрации, они о предмете должны знать все. 2019 год для палацово-паркового ансамбля юбилейный. Установе исполнится 100 годов. Супрацовники сподяются, что сёлетнее поступление у музейные фонды будут еще больше знаковыми. Евгения Кухаронок, Александр Харлампов, телерадио, компания «Гомель».